На первый взгляд, это обычный развивающий центр для дошкольников. Однако большинство детей, которые приходят в это заведение в австралийском городе Аделаида, больны раком. Джалин Филлипс создала игровую комнату, чтобы помочь своей дочери Коди Джо. У девочки тоже онкология. Она о таком только мечтала, и она очень изменилась, стала даже петь в душе. Я подумала, что это прекрасно, теперь у нее есть свой собственный маленький мир. Большой мир для Коди Джо закрыт. Острый лимфобластный лейкоз делает ее очень уязвимой перед инфекциями. Но здесь почти все такие же, как она. У нас есть дети с онкологией, но есть и те, у кого так сложились обстоятельства. Например, у брата или сестры рак, и они не могут ходить в садик, поскольку могут подхватить там какую-то инфекцию. Дети играют, учат фонетику, рисуют и мастерят что-то своими руками. 70% из них проходят лечение от онкологии. Дочь Сьюзен по имени Женева не больна, однако ее мать захотела, чтобы девочка посмотрела на мир с другой стороны. Дочь воспринимает это нормально, она не видит разницы между собой и друзьями. Думаю, это также полезно и для детей с онкологией. Содержание такого центра в год обходится почти в 49 тысяч долларов. Все средства поступают от частных доноров. В будущем в городе планируют открыть еще одно такое заведение.